Ничего не было. Обвиняемые в том, что продали несовершеннолетней девушке алкоголь, отказываются от этого факта. В Волжском суде рассматривают дело по факту продажи подростку шампанского и пива. Есть свидетели правонарушения, которое произошло в одном из баров Саратова в начале июля. Сотрудники правоохранительных органов тогда проводили рейд и выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Обвиняемая в административном правонарушении официантка свою вину не признает и утверждает, что ничего не продавала. Разбирательство будет продолжено.